либо хлори, а после этого обрабатываем дезинфицирующим раствором. Так, помыли, а теперь растворчиком. О, сейчас у нас рейсы пойдут. Все, да. Можно работать. Руки помыты? Да. После этого берешь немножко соломы, вытираешь перчатки, чтобы убитое, чтобы потом... Он так будет остывать, понимаешь? Вот когда мы его... Обветривается хорошо. Да. Вот мы его разбиваем, вот это, и вот так вот... Он... Видишь, какой горячий? Да. Если, например, через перчатки... Через перчатки определить температуру не можешь, потому что... А я через эти... То, если нужно попробовать, вот прикладываешь там, например, к руке, да. Вот она вообще горячая, то есть еще садить нельзя, нужно подождать ее. Вот приложил, если горячая, попробовал, это выбрасываешь. Туда его уже не бросать. Просто в разные... Понятно. Понял. Да, такие элементарные вещи, но если неправильно сделать шаг, то... А вот сейчас, когда вы проверили, было горячее, и надо будет... Ну, оно сейчас оно остынет. Можно будет садить вот сейчас вот скоро. Ну, что же желательно. Ой, закройте, пожалуйста. Снег в башка попадет. Отсюда пойдет отсюда. Пыль. Пыль. Открываем. Вот видите, Кирилл, я говорил, что там, фактически там высоко вот эта стена. Да, потому что выбрасывать... Это будет еще... Ну, вот так выбрасывать еще так. Да. Немножко дреб. Вот мы сделаем гнившие и мокрые. Выбрасываем. Там было зеленое или что? Вот это. Не видите его. Ага, плесень. Ну, плесень какая-то. Где-то подсосанная. А вот запах старый. Специфический? Старый. Вот этот пакет немножко. Ничего. Это, скажем, экспериментальный. Да, да, вот такой должен быть беленький. Все, можно дальше. Вынимаем вот эти пакеты, вынимаем пакеты, вот десяточку, 10 штук. Вот здесь, Кирилл, когда... Появилось место уже немножко больше, там выбросили, тут место есть, то начинаем вот это уже, пока тут будем фасовать, это перекапываем, чтобы оно проветрилось. Да, чтобы оно проветрилось. Оно так не оставляем, оно сбитое, потом начинаем вываливать, оно опять горячее. Да, то мы сразу вот это перекапываем. Угу. Стяжечки, да? Один. О, а внизу уже совсем другое дело. Внизу уже резаная солома, все как положено. Я вообще делаю это без перчаток. Заранее можно найти. Да, заранее это делается. Вот первый. Нет, так нормально, если дверь закрыта, совсем другое дело. Вроде нету этой пыли. Летает, но... Если дверь открывается, это не дело. Маша. Затарик, да? Олег, а у нас... Значит, блоки будем делать по 4 кг.
Рейши? Да, рейши. По 4 кг, значит, на один блок. Смотри, там есть ли... Где? Скажи. Ну мы наш сеяли, там все нормально растет, что там засматривается? Мы, дома по... мы перед этим точно посеяли этот мицелий, то мы ехали нормально, он зарастал, так что... Рейши там, не знаю. Надо еще... Сколько, Олег? 400? Нет, 400 много. Номер? 300 грамм так где-то, на 5 грамм, так, он чуть такой уже, ну, не очень новый, то дадим больше. Норма какая? Получается 100 грамм на килограмм. Так надо было сразу, ну так что ты, первый раз, як дома, то возьмешь... Так он такой же был, ну тут просто это рейши, понимаешь, это рейши. Рейши, он, понимаешь, он сильно нравится. Древоразрушающий. Это гриб, который вообще разрушает древесину. И он получается, если на пшенице, то он пшеницу просто разъедает. Да. И вот тут такой результат, если он долго хранится, то пакеты становятся такие вообще мягкие. Норма вообще-то считается 100 грамм на килограмм получается. Норма 5% от веса субстрата. Если мы делаем 5 килограмм, то нам сколько нужно будет брать? Так, 100 грамм это... На 1 килограмм это... 50 грамм, правильно? Да. Из 1000 грамм это 50, да, 50. То есть умножаем на 5, 250 грамм. Ну, все правильно, 300 грамм приблизительно на бок. Тут у нас получится, мы сделаем где-то 13-14 блоков. Ой, мокрый. Вот. Смотри, Кирилл, делаешь себе место. И вот смотри, вот только что перевернули, вот сейчас внутри горячий, вот возьми себе. Видишь? Попробуй. Или если нет места, можно так. Должен терпеть. Нет, так она тепленькая должна быть. Тепленькая. Можно. Удобно, потому что большие вот эти соломы длинные. Да. Вот. И если за горячее, то смотри, делаешь вот такое. Если вот так вот протрусить, она остывает просто моментально. Там потом будет, всё, будет резаная, она будет. Берешь себе порцию. Значит, жменьку взял, так, утрамбовывать немножко. Что будет, так. То будет. Естественно. Да. После трех блоков обязательно руки снова перерываться. Так, вы, значит, начинаете тут работать, а я сейчас иду в лабораторию, у нас закончился уже этот лизокормильный вещь, выбрали, и вторую бутылку выбрали. То я просто иду, да, я принесу сейчас еще... И теперь делаю вот эту порцию, сейчас иду. Это называется, мы сейчас делаем блоки, да? Да. А вот посев, как его называется, ваш термин какой это? Вот это инокуляция. Инокуляция. Заражение. Можно говорить просто заражение блоков. Мицелия. Такого блока я еще не слышала. Нет, садила. Сидела один раз, когда была длинная салона, я просто не резала ее дома. А на всей остальной... Если она успеет за 7 дней отрасти хорошо, значит все нормально. Вот одно вот от края вот так, чуть-чуть до середины. До второго края до середины. Угу. Снова вместе. Сдавили. Так. Боже. Чтобы перчатки мне не схватило, так вот так. Вот и все. Вот стяжки, если у вас там есть, подлиннее купить, там 120, удобно, да, потому что, ну, у вас пальцы немного в мужчин потому что больше. Вот, и вот, ну, полетели. Будет так будет, потом это первые блоки, смотри. И очень. Здесь берешь вот так, только вообще не закрываешь, иначе лопнет, чтобы было куда выйти воздух. Прожимаешь, потом оп, вот так стянул. Сейчас мы возьмем. И вот так. Лесенько больше.
Вот и все. Первый блок готов. С такого блока должно быть где-то 2-3 килограмма, да? Это не вешенка, это рейша. Мы... А, это те маленькие? Да. Вешенку мы будем чуть побольше делать. Это пробник. Или будет, или не будет. Это не грунтовый. Это то есть это трусы, которая была, да? Да. Вот смотри, вот не грунтовый, она очень похожа. А там вот она нормальная. Вниз. Дали какую-то порцию. Дальше пошли. Теперь смотри, вот самое главное, тут растрясываем. И самое главное, чтобы получался хороший плотный блок, главное укладывать вот края. А центр получится само собой. Вот.